вопросы будут. Ну да, наверное, Юдинский, отвезите, говорит, просто туда, чтобы не было проблем. Я туда не привезу, принципиально не привезу, Женя, привезу к себе в СИИ. И пусть со мной катаются полночи, вот и все. Ладно? Ну давай, я пока здесь, позвонишь. Лася, мне в принципе, принципиально, нас просто измучила, она забыла. Нет, подожди, дело не то, что принципиально, а то, что они должны же лежать в сейфе, а в каком не обозначено? Нет, у нас тут просто там вот все бюллетени, которые там, я вот просто знаю, как там лежат, на некоторых участках уже выложили сегодня, забирали с отдела, но там большинство еще там осталось у нас, в дежурной части. Сергей меня зовут. Я знаю. Знаешь, то, что не придут? Знаешь, то, что у них там уже должны быть готовы прийти? Я знаю. Они в 5 утра все забирают. Какой 5 утра? Они уже вообще не спать, что ли? Я сегодня домой попаду только в 3 часа ночи. Ну, я тоже сейчас попаду. Нет, видишь? И смотри, понимаешь, подруги, вообще так не получается. Я бы хоть и сказал, бы ты мне клево отвезти, да мне еще плевать, отвезли бы клево. У нас остается там сейчас время, они сюда всех 6 приходят. Представляешь, ты попробуй как-то, я не помню, напомню, да, мне. Блин, если был бы сейф, вопрос вообще не стоит. Вот, блядь, сейф есть, понимаешь, вот ключ вот уехал в машине. Нет, я его тоже попросить не могу. Где не сейфе, да? Мы тоже не помогаем, да, кинул бы шкаф. Откуда есть сейф, вы же не открывать, не проверять сейф. Ну, сейчас они говорят. Сейчас мне представители звонят. У тебя свой начальник. Нет, я понял, сейчас просто сюда уже выйти. Ну, конечно.